Ну что, друзья, приветствую вас на своем канале. И сегодняшний ролик хочу посвятить продолжению предыдущего. Мы разговаривали на тему, какие ошибки мы можем совершить при неосознанном приобретении растений. Когда мы еще не сильно заморачиваемся, не знаем какие-то сортовые принадлежности, как будет себя вести растение в саду. Проблемы какие могут быть вытекать из этого? Вот с какими столкнулась лично я. В начале формирования сада я приобрела некоторые растения на рынке. Я искала голубую елочку. Вообще не заморачивалась, какие могут быть елочки, какими они могут вырасти. Вот мне нужна была конкретно голубая елочка. Я пришла на рынок и приобрела там саженец. Елочка действительно голубая. Растет прекрасно, все замечательно, но со временем я поняла, что голубых елочек может быть 2 миллиона. И если бы я приобретала елочку сейчас голубую, я бы, конечно же, прочитала про все сорта голубых елочек, какими они вырастут, какие у них будут потребности к освещению, как может меняться окрас голубой хвои в зависимости от попадания солнечных лучей либо полутени. Какого цвета могут быть шишки? Например, вот елочка Хупси имеет розовые шишки и очень красивую белую хвою, как с восковым налетом. Я сейчас чуть позже покажу вам свою елочку и расскажу, что мне делать конкретно с этой елочкой теперь. Я не знаю, какой она вырастет, какой у нее будет диаметр кроны, какой у нее будет рост. И, следовательно, что дальше делать в саду с такими растениями. Также я приобрела две неизвестных туи. Даже сейчас я затрудняюсь сказать, какие это сорта. Понимаете, растения, когда мы приобретаем на рынке, чаще всего мы приобретаем те растения, которые выращивают, допустим, в нашей климатической зоне какие-то товарищи, вот они начеренковали, и в этот саженец купили. То есть то, что из него вырастет, к сожалению, мы не всегда можем угадать. Хорошо, если вы приобретаете на рынке саженец, который идет 100% подписан, и, может быть, это какие-то товарищи, которые покупают эти растения где-то в садовых центрах, потом перепродают. Не хочу никого обидеть, просто нужно понимать, если у вас, допустим, полгектара земли, огромные садовые владения, то вы можете себе позволить приобретать такие растения, сажать, наблюдать и смотреть, какими они вырастут. Но если у вас, как у меня, допустим, небольшой сад, и вы составляете какие-то хвойные группы, вам нужно обязательно знать, каким вырастет это растение. Тогда найдите именно тот сорт, который вам подходит, изучите его. И, пожалуйста, в садовых центрах вы можете конкретно искать конкретный сорт, не обязательно хватать первую попавшуюся голубую елочку, как это сделала я. Четыре года назад мы переехали, приобрели совершенно голый участок и начали сажать какие-то растения, не сильно вникая вообще в ростовые какие-то характеристики, в сортовые. То есть конкретно нам нужна была голубая елочка. Многие, я думаю, сталкивались с такой проблемой. И мы пошли по пути с супругом наименьшего сопротивления, мы пошли на рынок. И на ярмарке мы приобрели саженец голубой елочки. Я понятия не имею, какой сорт голубой елочки я вам сейчас показываю. Ну что, наша елочка имеет красивый бирюзово-голубой окрас хвои. И в целом она мне очень нравится. Но здесь, в этом месте, я не могу позволить себе иметь елочку, у которой диаметр кроны будет больше 3 метров. Желательно 1-2-2,5 метра, это был бы идеальный размер для меня. Сейчас я понимаю, что я могла бы взять сюда елочку, допустим, Майголд, которая имеет голубой окрас хвои, прекрасные, замечательные лимонные приросты молодые. И во взрослом размере имеет около 5 метров высоту и около 3 метров диаметр, красивую нерегулярную крону. Но это я понимаю сейчас, сегодня, разговаривая с вами. А имею я здесь неизвестного сорта голубую елочку. Красивая, не спорю. Но какой она будет через 10-20 лет, я не знаю. Что делать в такой ситуации?
Ну, варианта два. Либо вы убираете это растение, пока оно еще молодое, дарите его кому-нибудь, у кого полгектара сада. Либо вот что делаю я. Я ее прищипываю. Каждую весну, когда она выпускает молодые приросты, вот она активно отзывается, она закладывает очень много молодых почек, спящих просыпаются. Я ее собираюсь сдерживать в росте, загущать и наблюдать за ней. То есть мне придется ее конкретно стричь в дальнейшем. Может быть, даже на какой-то стадии убирать ей макушку, чтобы растение вписывалось в мою хвойную группу. Итак, сегодня обсуждаем с вами ошибку номер один. Не покупайте никакие саженцы, не имея точного названия приобретаемого вами растения. Не допускайте мою ошибку, потому что потом будет жалко и расставаться с ней. Вот такая вот у нас голубая елочка. Не приобретайте саженцы, сорта которых вам неизвестны. Точно так же, как с голубой елочкой, я попала с саженцами туй. Вот этот замечательный, красивый экземпляр я приобрела на рынке, недорого. Туя, которая имеет строение чем-то напоминающее плосковеточник, но это 100% какая-то другая туя. Сейчас она в зимнем окрасе. Летом она, конечно, ярко-зеленая, красивая. Скорость роста у нее огромная. Она больше 60 сантиметров за сезон прибавляет. Я видела такие туи в городе. Они огромные. Они такие, как какой-то огромный шар. Что буду делать с ней я? Пока я пришла к такому мнению, что я буду из нее делать такой большой шар на ножке. То есть постепенно начну убирать у нее нижние ярусы. И оставлю ее, наверное, на уровне где-то 2 метров. Я ей выпущу ствол. Дальше будет шар. Скорее всего, тоже придется убирать на ней верхушку и застригать ее под шарик. Не знаю, к чему это меня приведет, поэтому предостерегаю вас. Приобретайте саженцы в садовых центрах с названиями. Если вы приобретаете где-то на ярмарках, либо участников, требуйте хотя бы фотографии взрослого маточного растения, из которого этот черенок был создан, или сеянец, я не знаю. Ну, в общем, не рискуйте, как я. Сад у меня небольшой. И теперь вот мне приходится изобретать велосипед. И вот вторая туя, которую я тоже приобрела на рынке. Вот эта туя уже возвращается в весеннюю окраску. Она тут в затяжке у меня, не на сквозняке. Эту тую я уже 2 стригла за сезон, за прошлый. Поэтому она такая густая. Хорошо, что я ее посадила возле забора. Здесь у меня растет такая живая изгородь. Кипарисовик Ивон Лавсона. И вот эта туя стрижется жестко. Но у нее, посмотрите, какие толстые, огромные стволы. То есть сейчас бы я посадила, скорее всего, сюда кипарисовик и не рисковала бы с туей, которая, может быть, вырастет гигантской. Напоминает мне вот советские туи, которые у нас растут по всему городу. Огромные. Так что вот ошибка садовода. И что делать? Ну, либо ножницы-секаторы вам в помощь, стрижете, жестко застригаете, придумываете какую-то топиарную форму из этого растения. Либо, если у вас есть возможность, выпускаете его на волю, смотрите, какое оно вырастет. У меня такой возможности нет. Поэтому 10 раз читаем
изучаем и приобретаем то, что нам конкретно нужно для этой зоны сада. Вот такая красивая туя, безымянная. Большое спасибо всем за внимание. До новых встреч на канале «Сад с Екатериной Говоровой».